Мне некуда больше идти. Мне некуда идти. Мама! А вот и море началось летнее. Море, море, блядь. Ой, извините, это я так. Життя чудовое. Да, это сады два. Сады два. Алмазные. О боже! Когда-то тут обещали какие-то дренажные системы сделать, чтобы это все не происходило. Но сейчас главное, вот что мне делать с моими ногами. Вы представляете, что сейчас будет, если нет, только не это. Или, а вариантов-то нету. Я думал, все повыше, повыше. Там воды меньше. Да, там повыше меньше. Но туда-то еще дойти надо. А тут халепа. Посочувствуйте мне, друзья. Напишите в комментариях. А, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, пальчик вверх. Принимаются соболезнования, сочувствия. Ну, всякие хвалебные. Да ты молодец, да ты что, в такую погоду, вот так вот, самопожертвование, о боже. Пишите, пишите в своих комментариях, а я, если доплыву, что-нибудь отвечу вам, дорогие друзья. Ну вот, собственно, даже не знаю, куда идти. В море не хочется. А ну-ну, вот это да, вот это мне интересно. Вот этот вот чувачок, а ну-ка. Давай, давай. Пофиг. Давай, давай, дружок, давай, разбросай все машины. Не надо помогать им выезжать, вали сам. Хорошо пошел, чувак. Да. А вот наивный еще один. Наивный, хочет думать тоже. Схитрил, как я. Это я, кстати, между прочим. Ну, а мы заканчиваем свой репортаж. Собственно говоря, наверное, не заканчиваем, потому что вы должны увидеть самую кульминацию этого всего действия. Я даже боюсь представить, какой будет эта кульминация. Могу только намекнуть, что кульминация будет сейчас, она будет сейчас, потому что дома ждет жареная картошечка, видимо, или еще что-нибудь жареное. Мама дорогая, я не хочу туда нырять. Я не хочу туда нырять. Маленький мой, да ты что, покажи, где мельче всего, покажи. Значит, у нас прямой эфир неожиданно был приостановлен, но я его возобновляю для того, чтобы только исключительно с одной целью, чтобы завтра или сегодня, буквально через пару секунд, ваши диванные пальцы прильнули к вашим диванным клавиатурам и сказали: ну ты даешь, а я ведь дам. Сейчас вот немножечко. Они тут, кстати, что не прорвало-то их? Господи, тут ездить невозможно, они едут. Что такое? Какой кошмар. Вот смотрите на вот эту точку. Я вам сейчас немножко ее увеличу, если получится мокрыми пальцами по мокрому экрану что-то сделать. Не получается, но тем не менее. Вот, да-да, молодец, хорошо зашел. Отлично. Короче, их нету. Вот так это все происходит, ребятки. Ugh.
В общем, собственно, море. Море действительно по колено было. Они выжили, мои ножки. Они выжили. И вот я встречаю еще одну лужу. Да что это? Разве это лужа? Да фигня это какая-то, не лужа. Лужа была вот там. Ну, мокрые пальцы и по мокрому экрану. Давайте, двигайтесь. Нифига. На этом мы заканчиваем наш чудесный репортаж про чудовый асфальт и чудовую летнюю погоду. Большое уточнение, он даже не выключается. Вот то, что он не хотел разводить двумя пальцами по экрану, мокрыми пальцами по мокрому экрану, он еще и выключаться не хочет, собака.